Сегодня семинар тематический «Экономическая безопасность Республики Беларусь и пути ее совершенствования. Идеологический аспект». Собственно, общество знания, областная структура общества знания, сегодня целевой аудиторией для сегодняшнего семинара собрала идеологическую вертикаль всей области. Сегодня с нами будут присутствовать в зале и находиться на онлайн-связи все районы Гродненской области, все исполнительные комитеты районные Гродненской области. И я надеюсь, я уверена, что сегодняшний семинар будет очень полезным и очень активным, поскольку, как мы видим из средств массовой информации, вопросы экономической безопасности сегодня являются одними из самых главных, и вопросы продовольствия не только сегодня проблема, условно говоря, как мы привыкли, там, африканских стран. Такие вопросы уже сегодня говорим и о Европе, ну и о других высокоразвитых странах. Поэтому экономическая безопасность нашей страны – это как одна из составляющих стратегии национальной безопасности. Со стороны коллективного Запада становится наиболее актуальной. Мы видим, как глава государства, руководство нашей страны уделяет максимальное внимание данному вопросу. Основой экономической безопасности является стабильная работа наших предприятий, поставка наших товаров и услуг на зарубежные рынки. Сейчас данный вопрос решается за счет расширения сотрудничества с Российской Федерацией, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы видим, что несмотря на усиление санкционного давления, оно не имеет того уровня, который хотелось бы нашим оппонентам. Наши предприятия продолжают работать. Люди получают зарплату, обеспечивается наполнение госбюджета, выполнение всех обязательств, социальных обязательств со стороны государства.